Всем привет, друзья! С вами канал Gamesplay, и сегодня мы будем играть в игру под названием Zombie Uprising. Смотрите, а когда вы зайдете в игру первый раз, у вас появится Bronze Case. Чтобы это все было, у вас это будет на Guns. Там будет желтый Cases, и там будет Store, а вы нажмите Enter. И у вас это будет bronze case, там будет вот такая вот кнопка open, и вот нажмете ее и посмотрите, что вы получите. Вот мне, например, выпало 1000 денег, а точнее 5, ну, у меня есть 5000 долларов, и, ну, и мне выпало 1000 долларов. В принципе, я уже могу себе купить оружие. Смотрите, тут есть вот это, но это уже у меня куплено. Это вот, ну, я в нее, ну, я вот в эту игру чуть-чуть поиграю. Вот, вот. О, снайперка, вот это да. Вот это да. Ну, я думаю купить вот эту вот снайперку. Вот снайперку за место... А, она не меняется? Ой, блин. Не меняется она. Я бы выбрал, вот, это, выбрал бы я за место пистолета, но у меня есть, это, вот это вот на третьем левеле. Но я думаю, я уж возьму винтовку. Ой-ой-ой-ой-ой. Крысы сзади нападают. Блин. За мной погоня. Я же говорю, за мной погоня, блин. Они на меня охоту объявили. Они на меня просто охоту объявили. Нужно срочно бежать. Куда глаза глядят? Они прыгают даже, блин. Патроны кончились. Тут тоже патроны кончились, блин. Вот это вот. Самое настоящее оружие. Вот, все, пока что не буду тратить все патроны. А тут там еще босс файнд будет. Так. Опять они на меня охоту объявили. Да что я им сделал? Фух. Они пропали. Тут еще есть care пакеты. Вы это можете взять это, чтобы получить деньги. И еще и points. Вот эти вот. Вот. Все, у меня, например, 1000 поинтов. Вот. Ну, в принципе, эта штука не работает. Чтобы это сделать, нужно заполнить все вот эти вот шарики душ. Я буду их так называть. Биогалхазерт. Может быть, это биологическое оружие. Ой, блин, у него пушка. Его нужно загасить. Вот, все. Ой, смотрите, а этот кетчуп объелся. Вот у него кетчуп. Fresh meat. Это бомбер был. Ой, это вот уже, кстати, кетчуп выливается.
потому что я чупа. Фух. Блин, скиселить нельзя. Ну, ё-моё, блин, скиселить нельзя. Фух, фух. Еще бы чуть-чуть, и конец бы мне был. Так, вот так вот. С одного ножика всех валю. Фух. У меня есть... У меня есть очень много секунд на то, чтобы уничтожить этих зомби. Ножиком. Одним ножиком. У меня, наверное, даже не ножик, у меня затычка какая-то. Я ее убиваю просто. Вот с одного раза. Вот просто замахнулся и все, конец. Еще X2 дамаг. Да зачем я X2 дамаг с этим? Все равно с первого раза. А это, наверное, потому что у меня X2 дамага. Еще этот лавовый. Фух. Знаете что, вот с этими зомби воевать с ножом, еще и в Instant Kill или X2 дамага, знаете что, это как сапер, то есть сапер это, ну, в игре сапер вы должны найти вот все незаложенные участки, ну почти все вроде бы незаложенные участки. Так вот, то же самое, вы должны убить того зомби, ну, это, какого-то, ну, завалить, это, какого-то зомби, и чтобы он вас не взорвал. Survive it until then. Блок цикола, fire rates. В принципе, это мне не нужно. Один патрон. Фух, с одного патрона прям вынес. Так. Во. Просто чувствую, будто в КС играю. Да, но только в КС с зомби. Кто не знал, что такое КС? КС это CSGO. Так, нужно срочно бежать на мою стартовую позицию. Так. Ай, блин. Этот бежит. Фух. По большому глазу прям выстрелил. Ай, блин, испугали меня. Ревайв. Одного человека нужно сделать ревайв. Вот его нужно заревайвить. Так, сейчас я это сделаю и... Во, все. Он такой, наверное, с ножиком всем на всех пытался напасть. А чё он вверх стреляет? Ай, ладно. Это не мое дело. Фух, ну все, я сейчас выберу эту машину. Смотри, что мне выпадет. Ну, один к одному.
Спасите меня, блин, спасите, спасите. От этих зомболёв. Ай, блин. Они на меня охоту объявили. Они все на меня охоту объявили. Ну, сейчас я им покажу, где тут раки зимуют. А. Так, его нужно срочно заливать. И сейчас босс файнд будет. Вот так вот. А где босс? И ладно. Это что такое? А, клюк ревайв. Ревайв спит, что-то там. Ой-ой-ой, начинается, начинается, сейчас конец будет. Ай-яй-яй! Ой! Ой-ой-ой-ой! Блин, что он творит? Его нужно срочно завалить, потому что это кто-то главный. Вот, я его почти спас. Вот, я их точно спас. А. Ну ладно. А чё он сидит? Чё он сидит и ходит? Блин, чувак, прости. Ой-ой-ой, блин, на него этот зомбарь нападает. Вот так, сыночка. Ещё я его, в принципе, завалю и так ножом. Не-н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 е
так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чё на меня нападаешь? Ты чё, баганул? О, всё. Нормально. Ты чё на меня нападаешь? Ой, вот, видите, я убил бумера. Он бомбанул меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, мало хп. У меня очень мало хп. Так. Вар, срочно. Так сделать. И вот так. Фух. Блин. Ой-о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 й, нужно срочно бежать. Очень быстро бежать. Вот очень быстро, как все могут бежать. Ну, как... Ай, блин, не успел. Ай, блин. Нужно вот этого вот защищать. Потому что он меня может вылечить. Ну все, конец. 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 Это конец. Все, конец. Давайте уничтожайте меня. Ну, сейчас я думаю, куплю новое оружие. А, ну. То есть, получается.
Получается, нельзя обновить это оружие на него, только посмотреть можно. Все подробности узнать у этого оружия. Так, а что у меня по кейзам? Так, катена. Лайнсейбер. То есть это нужно сначала купить это сиано, вот это вот все. Стоп, керамбит. Это керамбит. Вау. 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 Блин, я хотел бы купить керамбит, но не могу. Бейсбол бэт. Очень много. Стоит лонгсворд. Это длинный меч. Баттлхэммер. Тут чё, обсидиан даже есть. Ну, ладно. Все равно, мне на это не хватит. Ну, а пока на этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.